spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Многие производители рыболовных товаров создают всевозможные вещи, призванные сделать наше увлечение более комфортным. И сегодня в нашем обзоре представлена одна из них. Это поводочница, выпускаемая под брендом K-Carp. Модель имеет длинное название Pioneer Hook Link Back Latch, и она может заинтересовать поклонников фидера и карп-фишинга. Давайте поближе ее рассмотрим. Данный аксессуар имеет следующие габариты. Длина 320 мм, ширина 190 и толщина порядка 40 мм. В качестве основного материала использован прочный и износостойкий полиэстер. Он надежный и легко очищается от небольших загрязнений. Отметим, что в стенках имеются жесткие вставки, которые дополнительно защищают содержимое от случайных ударов. Вес менее 600 граммов. Отдельные ручки или ремня для переноски не предусмотрено, так что для его хранения необходимо предусмотреть место в рыболовной сумке или рюкзаке. Основное отделение закрывается на молнию с парой бегунков. Обратите внимание, собачки имеют увеличенные прорезиненные ухватки с логотипом K-Carp. Замок рассчитан на 2/3 периметра, и благодаря этому сумка открывается очень широко, предоставляя свободный доступ ко всем вещам внутри. С одной стороны мы видим пенку размером 28,5 на 15,5 см. Именно здесь будут храниться заготовленные дома поводки. В верхней части предусмотрена вставка из тонкой, но прочной металлической проволоки. За нее цепляется крючок, а вот снизу они фиксируются за соединительную петлю при помощи входящих в комплект коротких иголок с объемными пластиковыми головками. Благодаря достаточно мягкой структуре воткнуть такие гвоздики кнопки можно в любом месте, так что поводки могут быть практически любой длины. Напротив закреплены три компактные коробочки для хранения различной мелочевки. Это могут быть вертлюжки, карабины, заводные кольца, крючки или детали карповых монтажей. Первая габаритами 13 на 8,5 см. Здесь предусмотрено 8 небольших ячеек, каждый из которых имеет отдельную крышечку с удобным элементом для открывания. Кстати, дно с двух сторон сделано округлым, что позволяет с легкостью вынимать даже очень мелкую фурнитуру. Следующий аксессуар состоит из трех соединенных вместе отделений длиной 65 и шириной почти 30 мм. Они закрываются на простой замок. И обратите внимание, за счет прозрачности пластика, из которого делаются коробки, вы, не открывая их, сможете увидеть содержимое. Ну и третий вариант, размером 11,5 на 7,5 см. Также имеет крышку с защелкой. Внутреннее пространство разбито несъемными перегородками на 8 равных отсеков. В общем, здесь каждой мелочи найдется свое отдельное место. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.